Две недели назад в доме на Мысовской, 36, стартовал плановый косметический ремонт. Рабочие побелили и покрасили стены четырех подъездов, однако не без проблем. О них во время встречи с представителями управляющей компании и рассказали жители. В частности, вопросы возникли к качеству работ. В некоторых местах, к примеру, шубой встала свежая шпаклевка. Абсолютно жители правы, что вот это вот, ну, никуда не годится такой ремонт. Это надо вот еще раз пройти, здесь поклевать, подготовить под покраску. Мы можем дальше пройти. То же самое. Вот этот четвертый подъезд, как бы, конечно же, не хотят жить в комфортных, в нормальных условиях. Но здесь то же самое. Да? Ну, никуда не годится в эти моменты вот такие вот. Работникам указано, и они переделывают. Ну да. Ну это все будет делаться как бы, в текущем порядке. Здесь никто не говорит, что мы так все это бросим, оставим, вот живите здесь. Нет, конечно, все доведем до ума. К четвертому подъезду вопросов больше всего. Переделывать здесь придется все буквально с нуля. Планируется решить вопрос с едким запахом краски. А пока первый и второй подъезды практически готовы к сдаче. Фронт работ – третий. Рабочим предстоит еще раз нанести слой звездки и покрасить во второй раз. Здесь мы видим вот эту вот стеночку. Понятно, что ее надо на второй раз покрасить. Ну да, она просто была покрашена один раз. Сейчас они на второй раз сделают. Просто, ну, жители про это не знали, про технологию. То есть здесь поклевали, все делали, здесь более-менее ничего. Еще один вопрос, который волнует жителей, это ремонт двора. В последний раз работы проводились тут несколько лет назад. Сегодня площадка перед подъездом находится в плачевном состоянии. Представители управляющей компании пообещали решить этот вопрос в городской администрации. И, возможно, в следующем году на Мысовской, 36, начнется большой ремонт. Эльшат Сафаров, Антон Носов, Владимир Дементьев, РТК «Забайкалье».